Так, всем привет. Сегодня словил я мегабустера, который даже на одного юнита бустит. Итак, в последнее время тут, короче, пару раз подлавливался на том, что, как бы это сказать, ставил верфь вперед, а потом торпедку. А на этой карте, ну, то есть противник сперва ставит торпедку, допустим, и сносит тем самым мне все. Так, у нас перестрелка торпедок. Что-то много торпедок он ставит, откуда ресурсов столько? Я вот на одну еле не хватает, и энергии нет, ничего нет. В общем, вот эти две торпедки зря поставил. И эту зря поставил. Морем разобрались, в общем. Ящики на море все как бы на месте. Тут ящик еще надо собрать. Ну, посмотреть, столько торпедок стал на базе, значит, явно ничего нету. Я хоть две ЦСки поставил. Тут ящик он даже не забрал еще. На одной ЦСке, конечно. В принципе, одного генератора хватает ему. Пушку не успели мы снести. Оборону включил. Придется тоже оборону включать, иначе с
снесет торпедку. С торпедками прикол в том, что ну, если он, допустим, по этой торпедке стреляет, то рядом, ну, вперед ближе торпедку ставишь новую, и он огонь переключает на нее. То есть, допустим, вот как в данной ситуации, ну, они стояли спокойно, да? Ну, ни он не бустил, ни я. И он, вот он первый бустанул, да? Естественно, он снесет мою. Ну, я потом даже в ответ бустану, но моя торпедка не успеет все равно снести. То есть по прокачке-то они одинаковые. И на тот случай, вот на такой случай, ну, ставишь вперед торпедку, и он, ну, егошняя торпедка переключается на ближнюю. И как бы вот эта полуживая можно отремонтировать. Или она успеет снести ее, ну, пока та будет сносить, допустим, строящуюся. Тут он, короче, решил выйти. Выйти. В аллигаторов. О, даже вышка стреляет до торпедки. Вот на интерес, сколько он будет на общей обороне сидеть? Опа, решил другой буст взять. Опять оборона. Опять на обороне. Думает, что этот вышкой торпедку снесет. Хотя, если там часа три будет долбить, то снесет, наверное. Так я решил посмотреть, короче, чем он тут занимается. Авиазаводы апает. Один зачем-то снес, наверное, передумал. Подумал, что два много. Так, а у меня эти готовы уже. Летим снести ему их, эти авиазаводы, чтобы он этот, не думал в авиацию играть. ПВОшку даже поставил. Ну, иногда они вот кучно летят, как бы нормально, да? Вот иногда разлетаются и фиг поймешь, когда отмену нажимаешь. Один там, другой там. Ну, один долетел, к примеру, третий не долетел. Так, ну, авиации мы его лишили. О, ПВОшек-то сколько понастроил. Здесь Зевсы уже едут к нему.
Что-то для чего Посейдонов стал делать, фиг его знает. От нечего делать, короче. Так, у нас едет 5 Зевсов. И разведчик впереди бежит. А, Посейдонами думал этот, но... А, тут я пушки спалил. 5 Зевсов против 2 пушек на голде. Это, короче, точно они не справились бы. Ну, как бы надо сперва, значит, пушки снести. Ну, там мамонт уже даже есть один. А. Мамонту тоже заодно. Ну и Зевсами как бы можно теперь добить. А, он оборону включил, и вышка, наверное, начала стрелять опять по торпедке, и Посейдон поплыл, точно. Все понятно. А, ну да, вот он на обороне. Короче, торпедку ставите вот так, и когда вышка начинает стрелять, значит, буст обороны, короче. Ну, так, как индикатор это, в общем, торпедка, вот это как индикатор бустов. То есть, как оборона, сразу она, значит, если огонь ведется, значит, это вообще оборона. Это бедненький пытался пушку построить, даже кайман приплыл. Ну, естественно, Посейдон выплыл. Ну, я даже не смотрел за ними. Еще потом думаю, куда они делись. А вышка-то стреляет, оказывается. Ну, и тут он сдался, скорее всего. Вышка перестала стрелять. Да. 2 спецзавода убиты. Мамонтов нету. А... Если мамонтов нету, то это все кирдык. Ну, все равно так с краю заезжаем, чтобы пушка поменьше стреляла. Ну, пора пушку снести уже. Она уже легко сносится без густов. Свет ему заодно выключим. Так, всем спасибо, побольше побед, удачи в боях, подписываемся, кто не подписан на мой новый канал, до скорых встреч, друзья. Victory.